Ой. Не квасом земля полита, каких не возьмись края. Пол-литра везде пол-литра, и стойте везде троя. Поменьше, чуть побольше, копейки какой рожон. А вот разделить по-божьи, тут очень расчет нужен. Один размечает тонко, другой на глазок берет. И ежели кто без толку, сюда наронит вперед. Оплаченный процент отпит, и Вася гуляй, беда. Но тот, кто имеет опыт, тот крайним стоит всегда. Он знает свою отметку, не вялит зазря лицо. И выпьет он под конфетку, а чаще подцухнет сон. Но выпьет зато со смаком и сдаст подходящий стол. И даже покажет знаком, что выпил со смаком он. И первому по затылку отвесит шутя пинка. А после он сдаст бутылку и выпьет еще пивка. И где-нибудь между носа блаженный приляжет он. Поскольку культурный досуг включает здоровый сон. Он спит, а над ним планета, немеркнущий звездный тир. Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что снова объят, развозят его газеты, где славу ему трубят. И грозную славу эту признали со всех сторон. Он всех призовет к ответу. Как только проспится он, куется ему награда, готовит харчи, нарки. Спасибо большое. Я хочу продолжить слова благодарности. Я хочу искренне поблагодарить, а точнее нет. Я хочу сказать, какая же сволочь Лев Викторович Кузнецов. Он меня приучил к хорошему аккомпанементу. Я сейчас сделаю такой маленький диптих, прочитаю, спою. И вот вторую вещь, вот тоже Галича, я обычно вот последние там... полгода, год я пою, вот, значит, комплимент Льва Викторовича. И когда я остаюсь без поддержки его гитары, я чувствую себя как корова на льду. Ну, тем не менее, поскольку у нас сегодня такая, у меня сегодня такая тема благодарности партии и правительству, то без этого диптиха обойтись никак нельзя. Итак, диптих. Сначала будут стихотворения Геннадия Жукова «Монолог Мессии». А потом будет песня Александра Галича «Еще раз о черте». Мне велено сказать. И вот я говорю, что вы хорошие, вы очень неплохие, но Л и Р родного языка вы в детстве перепутали. Слегка и слыша храм, вы повторили хлам и ждали в хлам сошествия Мессии. Любезные, во хлам к вам не сойдет Господь. Вы хлеб сносили в хлеб, сливали кровь денницы, вы вырвали плоть с молитвой о любви, вы спутали давать, сдавить вам. Удавиться легче во сто крат, чем удивиться. Я говорю, не спеться вам, но
во хламе на крови. Мне велено сказать, и вот я говорю, что жизнь бессмысленна, увы, но хороша. Жизнь хороша, и всякое мгновенье жизнь хороша. А больше ни шиша, там в конце и тело, и душа, лишь прах и пар. И в этом утешение. Но прежде чем великое забвение охватит мир, истерзанный до дыр, вам жрать навоз и гной цедить из рек. Утешься, мир! Нет в небесах отмщения! Здесь проклят человеком человек, и я недобр, и зла я не держу, вы все хорошие, вы очень неплохие, вы ждали в хлам сошествия Мессии. Вот я пришел, и вот я ухожу. Все-таки я не уснул. И тут ко мне явился мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт: ну как, старина, да как же мы порешим? Подпишем союз и айда в стремена, и еще чуток погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидим. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет. Тогда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. Потом платить, так ведь это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. И что душа прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так в наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому дорога в залу, так давай ж бери, старина, перо, и вот здесь подпишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем перо и придвинул ко мне флакон. И тогда я спросил его: это кровь? «Чернила!» — ответил он. «Аллилуйя! Аллилуйя! Чернила!» — ответил он. Спасибо большое вам за внимание. Автором записи Владимиру Владимировичу за возвращение любимых.